Очень хороший удар. Это лучший ваш удар в жизни. Кий всегда касается пальчиков. Сейчас вместе все сделаем. Это все просто. Друзья, завтра у нас последний день акции на наши видеоуроки по технике и стойке из семинаров. Воспользуйтесь возможностью получить их с максимальными скидками. Предлагаю вашему вниманию просмотреть фрагмент из нашего семинара. Хват надо взять, как будто бы вы бы молоточком разбивали бы что-то. Такой хват, да. Отвод назад. Расслабляется безымянный и мизинчик. Кисть не должна гнуться на отводе назад ни в сторону, ни туда, ни туда. Она должна быть ровненько. Второй момент. Кисть не должна гнуться по оси фронтальной. Она не должна гнуться после удара вот такой быть. Если вы видите концовку удара вот такую, это ошибка. Отдохнули? Давайте сейчас пока еще. А какой она должна быть в конце? Прямая. Вот такая прямая. Просто вот так, что ли? Да. Да. Ну, не, ну вы так не будете заканчивать удар, не, что ну у вас. Вообще, я говорю, просто получается. Да. Хват возьмите полностью, как вы держите молоточек. Не-не, полностью. Все пальчики держат кий. Отвод назад отведите. Нет, кий всегда касается пальчиков. Смотрите, не выпрямляйте пальцы вообще. Не выпрямлять. Держите пальчиками всеми фалангами кий. Ощущаете его. Отвод назад, просто расслабляете задние пальцы. Пальцы не растопыривайте, не растопыривайте. Потом соберите опять. Отвод, отвели, собрали, да, и провели потом вперед. Стойка должна быть такая, чтобы вы касались груди. Груди касались, кий. И отвод все время по груди шел. Назад отвод и потом удар под грудь. Попробуйте сейчас. Сейчас вместе все сделаем. Это все просто. Фиксация с грудью. Да, о, все. Так. Смотрите, вам надо как арбалет настроить себя до конца. Удар до моста. Проверить, что вы все правильно смотрите. И с этого места вы гоните удар. Отсюда разгоняете. Один. Вот. Нет. Это второстепенно пока. Хорошо, сейчас мы это посмотрю спереди. Подбородок надо, да? Да, сейчас, на данный момент, я думаю, это не принципиально. Да, сейчас главное да. Понять механизм удара. Механизм удара. Все равно вот хват здесь именно руки, вот этот. Здесь хват, здесь, здесь по этому моменту все понятно, то все равно вот хват. С хватом непонятно. Хват? Хват руки вот здесь непонятно. Непонятно, смотрите. Я одно упражнение видел у снукериста. Они вот так вот берут, там один дедушка показывал вот именно раскрытие и отвод. Он брал вот так вот, говорит, делайте кольцо. И вот такое вот упражнение, вот так вот. Да, 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 Барри Старк. Как у вас вот здесь вот раскрываются пальцы, то же самое у вас это вот, если вот так вот представить. Отвод назад, то же да. Самое, а верно. А потом, когда вы обратно заканчиваете, вот, вот так вот. Да. В момент хвата тоже получается. Да, вот это когда вы уже ваш кик-шар ударили. Барри Старк. Натянули, наоборот, кий. Хороший совет. Прямо сейчас попробуйте. Медленно, медленно. Ну, да, да, видите, при этом кисть у вас практически, ну, не должна гнуться. Да. Должна гнуться? О, нет. Вот это, да. Да, и держите, держите, собирайте, собирайте, собирайте. Да, все, давайте стойку сейчас, самое главное, стойку. Кий мы не наклоняем так сильно, опустите, чуть-чуть горизонтальнее. Так, о, старайтесь подход делать. Опустите здесь, здесь опустите, да, пальчики, да, собраны. Вот, хорошо. Здесь вы прислонили, сами стали ниже, ниже. У вас точка опоры должна быть отвод назад и нанесение потом удара. Очень хороший удар. Это лучший ваш удар в жизни. У меня вопрос, как он идет этот. На эмоциях получился просто. Переходите по ссылке под видео и бронируйте свое участие прямо сейчас.